Всем привет! Очередной матч КХЛ «Адмирал» «Динамо» Минск. Попробуем разобраться, что же поставить в этом матче. «Динамо» Минск уже, в принципе, остались только математические шансы на плей-офф, но мы все понимаем, что никакого плей-офф в этом году ждать не стоит, в отличие от того же «Адмирала», который ведет борьбу за попадание в плей-офф. И тут приезжает такое вот разобранное, немотивированное «Динамо», которое раздает очки направо и налево. И что здесь играть? Я думаю, победу «Адмирала» с неплохим коэффициентом, двоечка, нужно ставить быстрее, пока коэффициент не упал, потому что, думаю, ближе к матчу он упадет и будет немного меньше. По личным встречам «Адмирал» — это крайне неудобная команда для «Динамо» Минск. Даже взять последние две встречи, которые команда играла во Владивостоке, они завершились со счетом 5-0 и 5-1. Представляете, да, какой разгром, какая легкая команда «Динамо Минск» для «Адмирала». А еще, учитывая тяжелый перелет на Дальний Восток, и это вот первая игра будет в Дальнем Востоке в этом выезде «Динамо Минск». Поэтому у меня здесь никаких сомнений нету в том, что «Адмирал» здесь уверенно победит, и моя ставка — победа «Адмирала». Всем удачи!